этот, опять пистолет отобрали, блядь, мой автомат. Кирис, я уже знаю. Ну иди сюда. У вас уже есть аптечка, блядь. Никого нет дома? Неплохие хоромы у них, блядь. Этого еще не хватало. Тише, блядь. Сучка ебаная, блядь. Хорошая кроватка. Вообще они тут неплохо устроились. Хуйня, блядь, похороним. Так, пистолет. Ух, ёб. Какой мне пистолет, я сейчас калаша их буду стричь. Два магазина-то, да? Ну пусть не домой. У АСВ в этом районе сильная позиция. Придется повозиться с ублюдками. Ведра с рисом. Да тут жратвы полку на месяц хватит. Так, ну тут все смотрело. Сукины дети уже смотались. Значок медика АСВ. Черт побери, мне здесь не пролезть. Понятное дело, что не пролезть. А где тогда пролезть? Вариант какой? Какие варианты, блядь? О, блядь. Похоже, это шахта. Единственный выход отсюда. Дерьмо. Ну-ка. Я вижу свет. Нормально. Не люблю я такие развлечения. Пега есть? Спасибо. Страшные люди эти вьетнамцы, пиздец. В таких местах обосновываться, блядь. Охренеть, сколько же можно? Так, что это у нас тут? Что тут есть хорошего?
Красивый почерк. Чарли, похоже, бежали через этот туннель. Ну, так я правильно иду. А сохранится надо. Что это такое? Кирка, блядь. Пойдем направо. Похоже, очередной тупик. Да, на этот раз с первого раза в тычок не попало, блядь. Нахуй у нас еще там налезть. Черт возьми. Черт, еще ноги переломать не хватало. Так, и пушки нет. Класс. У меня сегодня определенно счастливый день. А что там с рацией? Да посмотрим. Вожак 6, я гончая, как слышите прием? Мать твою! Все веселее и веселее! Ну а ты на что надеялся, чувак? На этот раз направо я пойду. Господи, ну и вот. Какого хрена меня сюда занесло? Ебать, куда я попал, блядь? Наконец-то, сухо. Сланцы чьи-то, блядь. Это хули тут тупик, ёпта. Тут я не знаю, можно плавать, нет, я не буду рисковать. Я пойду просто. Нет, тут я был, блядь, вот сюда пойду. Получается, сюда пришел, пойду сюда. Здесь я свалился в эту дыру. Значит, мне. А хуй знает, да, налево. Кто говорил, что все будет просто, блядь? Блять, нихуя в этой игре хуй, что бывает просто. Проход, блядь. О, прикинь, будет бомбежка, они тут заебись могут укрыться, им похуй. Люди подготовленные. Сейчас куда? Ёпты, три, нахуй, сюда поехал. Ебать, тут столько развилок, ёбнуться можно. Нутром чую, верный путь. Надо проверить. Хотелось бы верить, блядь, что верный. Как же они тут ориентируются, интересно, блядь. Ну, у них, наверное, карта есть. Что это такое? Преброждение надолго, нахуй. Хуй его знает, буду наугад хуяли. Тут хуй поймешь, куда идти. О, что это, блядь? Мини-унитаз. Блин, слышу ветер, значит я почти близко. Ну-ка, давай сохранимся. О, вверх.
не оно. Блин, тут, блядь, я круг дал, короче. Че, блядь, по кругам уже хожу или че? Ёпта. Черт, тут скоро наружу потечет. Плавать он умеет, оказывается, блядь. И чё, я назад пришел, я что-то не понял. Мерзкая тут водичка. Видно, смерть от холеры. Мне на роду написано. Выбраться бы только сначала. Блять. Нихуя вылез, прикинь.